Представьте, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Что вы имеете от рождения? Не будете говорить? Тогда сообщаю вам. 29 января 2019 года в отношении вас, министра внутренних дел Российской Федерации, принято решение о нежелательном пребывании и проживании в Российской Федерации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года. О порядке выезда Российской Федерации и въезда Российской Федерации, в связи с чем вы должны выехать из Российской Федерации до 31 января 2019 года. Вам понятно? И у вас пожизненный запрет въезда. Вы расписываться будете? Нет, и...